приближается новый 2014 год, год лошади по восточному календарю. Лошадь – один из самых привлекательных знаков китайского гороскопа, ведь это символ элегантности, благородства, трудолюбия и выносливости. Хочу пожелать вам, дорогие земляки, спокойствия, благополучия и удачи и открытия в 2014 году филиала многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Настало время, когда и в Артемовском жители смогут получать услуги в удобное время, в хорошее место и в хороших условиях. Пользуясь случаем, хочу поздравить земляков с наступающим Новым годом и передать привет родственникам, друзьям и знакомым. С новым 2014 годом! В городе Артемовском очень много замечательных людей, их сложно перечислить всех, но я с большой благодарностью и теплотой отношусь к каждому из вас, потому что многие артемовцы, они внесли в мою жизнь определенный вклад, научили какому-то, передали свой опыт, научили многому, и в принципе каждый из нас занимает то место, которое он занимает, исходя из того, что, какие пути он прошел. И это благодаря вам, может быть, мы работаем здесь. И я думаю, что те артемовцы, которые работают в этом здании, они делают много, в том числе и для вас. В канун новогодних праздников каждый из нас вспоминает все самое лучшее, самое светлое, что было в нашей жизни. И много замечательных, радостных событий связано с городом Артемовским, где я жила 18 лет. Поэтому я с большой теплотой отношусь к вам, уважаемые жители Артемовского, и хочу пожелать вам счастья, благополучия. Пусть в ваших домах будет всегда тепло, пусть ваши дети и внуки радуют вас, и пусть исполняются все ваши самые заветные желания. Дорогие друзья, дорогие артемовцы, позвольте в преддверии 2014 года поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всем благополучия. Особенно большого благополучия хотелось бы пожелать и родному городскому округу Артемовскому. Вот, и хотелось бы, чтобы в семьях артемовцев всегда был мир, любовь, взаимопонимание. Всего вам доброго!